Привет всем! Снова мы в нашей теплице. Солнце прям вообще бьет в глаза. Но все равно хочу вам рассказать об одном замечательном томате. Он у нас супер урожайный. При этом ничем не болеет, никакой фитофтора не повреждается. И должен по описанию плодоносить до самого сентября месяца. До конца сентября. Ну, конечно, если заморозки нас не подведут и, в общем, все нам не позаморозит. Давайте его посмотрим. Первые кисти этого томата у нас, к сожалению, утащили с теплицы воры. На второй вот кисти начали спеть помидорки. И вот такие вот классные прям плоды у этого томата. Смотрите, урожайный он очень. Здесь еще одна кисть, еще одна. Выше завязывается еще. И еще, как в той сказке про Винни-Пуха. В общем, томатов очень много, и при этом ничем он не болеет. А другие томаты уже начали повреждаться, и пятнистость какая-то пошла. А вот этот томатик, он устойчивый. Ну и очень урожайный. Вот такая вот прям замечательная кисть томатов. Вот здесь вот еще у нас растет в уголке один кустик. И тоже все вот завешено, усыпано все вот такими вот плодами. Там дальше все это тоже томат Евпатор. Прям просто суперский томат. Для тех, у кого томаты вообще не растут, всегда проблемы с ними, этот гибрид вас просто выручит. Вот такие вот помидорки у томата Евпатор. Очень вкусные. Сейчас разрежем ее. Вот такая вот красота и вкуснота. Вот такой вот очень вкусный томат, который стоит выращивать. Хотя бы несколько кустиков. Нам это очень пригодилось. Ну а всем тем, кому видео понравилось, обязательно подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и отличного вам урожая!